Анатолий Шутов окончил Дальневосточный институт искусств во Владивостоке. Актерскую карьеру начал в Комсомольском-на-Амуре театре драмы в 1976-1996 году, работал в нем директором и художественным руководителем Комсомольского-на-Амуре драматического театра. В 1993 году окончил высшие режиссерские курсы. Педагог Владимир Андреев. В 1996-2007 был директором и художественным руководителем Хабаровского краевого театра драмы. Как режиссер поставил более 10 спектаклей в театрах Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Якутска и Хабаровска. В 1999-2003 году руководил актерским курсом Хабаровского государственного института искусств и культуры. Умер 15 ноября 2013 года на 67-м году.